Я бы хотела задать два вопроса такие. Читается ли сейчас Великим постом и Евангелие дома? Или только Ветхий Завет? И второй вопрос. Можно ли вместо молитв ко святым читать тропари сейчас? Да, спасибо. Понятен вопрос, да, спасибо Господи. Евангелие, безусловно, читается. Евангелие не имеет никаких исключительных ограничений. То есть во все дни года дома мы можем читать Евангелие. За богослужением, да, в седмичные дни в Великом посту Евангелие не читается. А дома, келейно, пожалуйста. Что... На часах, да, батюшка, читается, прочитывается, и в некоторых традициях на часах прочитывается вот в течение поста все тетра Евангелие. Да, значит... Мы об этом, наверное, скажем. Да, но раз уже вы заговорили, по уставу положено прочитываться все четыре Евангелия на Страстной Седмице в понедельник, вторник и в среду. Но так как это очень увеличивает продолжительность богослужения, то, соответственно, существует традиция читать Евангелие в течение всего поста, начиная со второй седмицы во время часов. Все верно. Что касается тропарии, то... Они не исключают собой молитвы. Вы можете их читать перед молитвой, значит, в начале тропари, а после уже молитву святому.